Я не откажусь, мне доставляют удовольствие все это читать. Кто вспомнит обо мне там, на другой стороне? Кто замолвит словечко за меня, грешника? Может быть, шмель, которого я выпустил с веранды, где он беспомощно бился об оконное стекло? Может быть, одна из тех крошечных жаб, которых я собирал с дороги и бросал в травму? Славка, которую я спас из пасти кота? Старые стулья, я их не выбросил, а починил. Шерстяные носки, я их штопал несколько раз. Старые книги, мне жаль с ними расстаться. Достаточно ли этого, чтобы искупить меня? Искупить глупости и пакости, которые я успел совершить за почти 3/4 века? Не мне ли тоже пора просить прощения от земли, леса и родника, ожидая, что ветер или гуси, возвращающиеся с юга, принесут мне ответ, прилетят с интеллигенцией? Другой голос. Быстро устает и мне. Тут надо читать. Я не знаю, может быть, уже пора. Вопрос один. Можно? Вы говорили о интонации, о музыке стиха. И мне очень интересно, что вопрос, помимо того, что это вопрос просто читателя, и большое спасибо за прекрасные стихи, но это еще вопрос лингвиста. Мне очень интересно, что в большинстве ваших стихов, в этом сборнике, по крайней мере, нет знаков препинания. И очень интересно читали разные люди. И те, кто с родным русским языком, очень прекрасно, но очень четко синтаксически как бы ставили запятые. Было понятно, где должен быть знак препинания. А у вас, по-моему, немножко иначе звучало в вашем собственном исполнении. Вот могли бы вы что-нибудь сказать про это отсутствие знаков препинания? Я не знаю, может быть, все-таки стоило бы поставить знак препинания. А мне кажется, не стоило бы. Потому что поэзия, эти строки, они все равно строки есть, текст расклинён таким образом. Иногда у меня есть тире, когда мне кажется, что оно необходимо для этого, чтобы не было смысленности. Ведь отсутствие знака запятнания дает свободу для интерпретации. Конечно. Поэтому мы должны, собственно говоря, все читать по-разному, потому что мы каждый вкладываем, мы же текст создается и читателем тоже. Конечно, но вы все-таки читали. Очень как будто с запятыми, с точками, все как будто там расставлено во многом. И Женя, прекрасно. Но вот, по-моему, собака немножко по-другому. Он более без этих пауз таких. Не то, что пауз, а изменение интонации. Да. Посмотрим. Очень понятно, что это разное прочтение дает. Как раз очень хорошо, по-моему, что идет знак препинания. Собственно, да, это опыт такой вариации. Я читала несколько стихов Яна на ландшафтном фестивале также. Это для меня был экспромт, то есть я получила вот эти стихи вместе буквально перед выступлением. И, собственно, прямо в процессе я это все как-то регулировала. И, то есть я читаю, то есть вот выходит звук, и тут я понимаю, что если, допустим, запятую поставить там туда, не там, где я ее поставила интонационно, да, то будет совершенно иное прочтение. И, то есть вот это, так сказать, модуляция на ходу определенная. То есть, так сказать, отсутствие знаков препинания, оно дает, собственно, возможность даже вот, так сказать, в рамках, может быть, даже одного, в рамках, так скажем, одного вечера, так скажем,
прочитать с разными людьми, например, то есть прочтение, несколько разных прочтений, то есть можно услышать, увидеть, опять же, когда мы смотрим с листа читаем, то есть это может быть третье прочтение, да, уже, потому что там идет восприятие немножко по-другому текста. Вот, то есть это уже несколько, и, собственно, отсутствие знаков препинания, если бы они были, то, наверное, поэзия тут, она не то что потеряла, но просто она была бы несколько ограничена в своей свободе вот, в том случае, то есть эти тексты. Ну, с музыкой тоже не то же самое, да, то есть композитор расставляет знаки, а дирижер вправе изменить, и культуру не изменяет, но может изменить очень многое в прочтении, да? В переводах у меня есть знаки, и даже переводы этих эстонских старых народных песен, где, в общем, очень трудно. По-моему, там надо было поставить совсем по-иному из-за этих параллелизмов, где повторяют то же самое. Не знаю, но я их поставил, и, ну, в общем, китайская старая поэзия, в общем, старая литература, такие вещи, как тематика финания, были совсем отсутствовали, ничего подобного не было. Довольно много знаков препинания, в отличие от некоторых. Сам ничего не ставить. Через каждого слова поставить. Ну, я буду чувствовать, что в русском языке надо, да. А ведь больше там. В современном русском языке есть такое понятие, как авторские знаки. Собственно, то есть есть правила, да, которым следует. А есть просто авторское, вот он захотел поставить там запятую или точку с запятой, потому что посчитал, что пауза, например, должна быть длиннее, и если точка с запятой дает эту длинную паузу, или тире, например, то есть тут в русском языке немножко другие правила в этом плане. Да. Хотя, в русском языке сейчас. Можно это купить? Да. Я вас перебила? Нет. Ну вот Лариса сказала, там, созерцательность, философская такая направленность. Я тут наугад открыла несколько раз и вычитываю тут публицистику в какой-то мере. Вот, например, страница 40 или 41, или «Мы жили в автомобильной республике» и так далее. Как я считаю, это созерцательность? Повторяю. Лариса сказала философские созерцательные стихи. Как вы считаете, что вот на странице 40, 41, посмотрите, тут еще дальше есть. Это созерцание или уже немножко и публицистику так чуть-чуть. На злобу нет. Что это публицистическое стихи больше? Ну, извините за профанство мое. Но я смотрю, вот из публика уже ушла и уже нас не видит и так далее. Это все-таки оценка какая-то ситуации. Не только я, но некоторые знакомые людей моего поколения чувствуют что-то подобное, что действительно так. Мы остались позади, и это республика, жизнь, и все уже где-то далече. Мы как-то отстали, мы живем в другом веке. Ну, это автомобилизация Эстонии, это, конечно, страшная вещь. Действительно, это поэтесса
погибшая. Ну, все я без машины уже невозможно жить. Когда я там, мы купили этот дом утром, тогда три раза в день автобус шел туда, ну, километр. Сейчас такого автобуса нет, чтобы попасть в город, надо идти около 5 километров. На большое шоссе. И там тоже одного автобуса, который не пользовался, а многое лето. Это автобус тоже очень лето. Очень недолюбленно водить машину. Ну что делать? В городе жить то, что не хочу, не могу. Ну, это иногда опять трогается публицисты, какая-то повседневная неприятность и в политику, что делать. Как, уважаемая публика, еще вопрос. Есть силы послушать стихи? Есть ли вопросы? Почитайте еще, пожалуйста, китайского Тужаня. 19 лет, 15 ручек, где-то 15 лет осталось. Сколько скорби! Вчера ночью мне снилось прошлое. Гулял в парке, как тогда. Колесницы, словно вода в стремнении, лошади, словно летящие драконы, весенний ветер, цветы, луна. Яркие цветы, луна в дымке, пелена тумана. Сегодня ночью я могу встретиться с другом. Спускаюсь по благоухающей лестнице, по ступеням в одних чулках. Увидимся в южной библиотеке, на миг прижмусь к нему. Как трудно было сюда попасть, теперь я принадлежу тебе. Еще, если еще не устали, могу еще одну прочесть. В праздных грезах, далеко отсюда, благоухание весны, в южном краю, ветер и музыка на речной глади, пыльца от сережек разносится по городу, люди не устают любоваться цветами, в праздных грезах, далеко отсюда. Ясная осень в южном краю, за тысячу ли горы, реки в холодных красках, одинокая лодка в цветущем тростнике, звон свирели, на башне лунный свет. Ну вот я в завершение тоже последнее выбранное стихотворение прочту. Мысли превращаются в сновидения, сновидения в туман, пока все не испарится на утреннем солнце, к полудню. От них останутся лишь капельки росы на листке манжетки, и жаль, что еще одно стихотворение осталось ненаписанным. И ветер разорвал и унес паутину с оконного стекла, но я еще помню, что там, между сном и явью, как раз перед пробуждением, мой взгляд проник сквозь окна, двери и стены, а моя удивленная улыбка пробралась сквозь землю на другую сторону и, может быть,
еще не вернулась оттуда. Может быть, не вернется никогда. Я, минуточку еще, внимание, я хочу сказать, что у нас осталось 3 книги, стоимость книги 5 евро, что можете приобрести те, кто еще не успел. И спасибо всем слушателям большое за внимание, и слово предоставляю я Виктории Неборякиной. На секунду еще. Хочу сказать, что в рамках нашего проекта мы планируем как минимум 2 встречи. Мы очень надеемся, что мы сможем организовать презентацию книги Ларисы Йонас, которая издана в России. И, быть может, у нас будет издатель в гостях этой книги и еще серии разных книг. Вот. И я думаю, что мы оставим немножко время для того, чтобы Ян нам поставил автографы. А до этого я бы хотела бы сделать маленький подарок Яну. Вот этот цвет у меня ассоциируется с цветом улыбки. Цветом улыбки. И пусть он освещает эта улыбка, наша улыбка, ваши будни. А цветы, мне кажется, они очень похожи на наши цветы.